Сегодня я буду плести для своей подружки браслет. Для этого мне понадобятся ножницы, нитки и скотч. Сейчас я выберу любимые цвета. Красный, зеленый, оранжевый, синий, желтый. Я специально отрезала нитки одинаковой длины. Нужно завязать хвостик, чтобы браслет не расплелся. Теперь мне нужен скотч, чтобы закрепить хвостик к столу, чтобы зафиксировать будущий браслет. Начну с зеленой нитки. Следи внимательно за движениями моих пальцев. На каждой нитке мы делаем по 2 узелка. Нитку мы кладем на нитку, завязываем узелок и ведем до конца. Периодически поправляй узелки, чтобы фенечка была ровной. Завязываем узелок. Теперь отрезаем хвостик. Важно, чтобы он был длинный, чтобы мы могли завязать браслет.
Вот такой красивый браслет у меня получился. Давайте его примерим. Ух ты! Завяжем. Оп! О, какая красота! Царевна, какой красивый браслет! Спасибо большое! Ребята, обязательно сплетите такой же браслетик и порадуйте своих близких! Пока-пока!